пришли на своем канале любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также можно подписаться в группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылочка находится под видео. Сегодня мы будем рассматривать узор для жилетки. Узор очень простой, состоящий из воздушных петель, пико и столбики с накидом. Узор двухсторонний, очень простой. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 11 петель на 2 ряда. Для примера мы наберем 30 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. И в ту петлю, которую держали, мы вывязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли внизу, 1, 2, 3, заходим в четвертую и вывязываем столбик без накида, 1. Теперь смотрите, что нам надо делать. Нам надо связать пико. Мы набираем 3 воздушные петли. Возвращаемся назад в то место, где соединяются 2 петли. И вывязываем пико соединительной петлей. Вот так. Заходим в ту же петлю и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. Возвращаемся в ту же петлю, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. И еще раз возвращаемся в ту же петлю и вывязываем столбик без накида. Таким образом у нас вот получается из 3 пико элемент. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую. Вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И в ту же петлю столбик с накидом. Вот что у нас получилось. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где соединяются 2 петли. И вывязываем соединительным столбиком петлей пико. Возвращаемся в ту же точку, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. Возвращаемся в ту же точку, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. И в ту же точку возвращаемся, вывязываем столбик без накида. Вот как у нас красиво получается. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля и в ту же точку столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где соединяются 2 петли и вывязываем пико. Возвращаемся в ту же точку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико.
Возвращаемся в ту же точку, откуда у нас весь этот элемент, и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. И в ту же точку последний столбик без накида. Вот так. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Первый ряд связан. Четыре воздушные петли. Переворачиваем работу. Где мы только что провязали 2 столбика с накидом, заходим в арочку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. Возвращаемся в то место, где у нас 2 петли вместе. Вывязываем пико. Заходим под арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Теперь работаем с элементом, где у нас было 3 пико. Мы заходим в середину второго пико и вывязываем 1 столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же точку еще 1 столбик с накидом. Вот так. Три воздушные петли. Заходим в арочку, где у нас было 2 столбика с накидом. И вывязываем столбик без накида. 1. 3 воздушные петли. Пико. Возвращаемся в то место, где соединяются 2 петли. Заходим в арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. Возвращаемся в арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. Возвращаемся в арочку и вывязываем столбик без накида. Таким образом мы провязали элемент с 3 пико в элемент из 2 столбиков с накидом предыдущего ряда. Если мы в начале работы делали это все из одной петли, то теперь мы будем работать с арочкой. 3 воздушные петли. Заходим в арочку второго пико и вывязываем элемент, состоящий из столбика с накидом, 1 воздушной и столбика с накидом. Вот так. 3 воздушные петли. Входим в элемент из 2 столбиков с накидом. В арочку вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пико. Входим в арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пико. Входим в арочку. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пико. И последнее. Входим в арочку и вывязываем столбик без накида. Вот что у нас получается. 3 воздушные петли между элементами. Заходим во второе пико предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная петля и в то же пико столбик с накидом. 3 воздушные петли.
Заходим в конце ряда в арочку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пико. В ту же арочку столбик с накидом, 1 воздушная петля и в 3-ю петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом для выравнивания края. 2-й ряд связан. Три воздушные петли подъема. Переворачиваем работу в то место, где у нас сейчас была 1 воздушная петля. Заходим в арочку и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Вот этот элемент пико, где одно было, пропускаем. Заходим в элемент из 2 столбиков, в арочку. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пико. Заходим в арочку, столбик без накида. 3 воздушные петли. Пико. Заходим в арочку, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. И в ту же арочку столбик без накида. Вот так. 3 воздушные петли между элементами. Заходим во второе пико. В предыдущем ряду вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же арочку столбик пико, столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим в элемент из 2 столбиков и 1 воздушной. В арочку столбик без накида. 3 воздушные петли. Пико. В арочку. Столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. Заходим в арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. И в ту же арочку столбик без накида. 3 воздушные петли между элементами. Заходим во второе пико предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом 1 воздушный, в ту же арочку столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим в элемент из 2 столбиков, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. Заходим в арочку столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. Заходим в арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, пико. И последний. Заходим в арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли между элементами. Первый вот этот гребешок пико мы оставляем как в начале ряда. Мы его не трогаем. Заходим во второй, вот сюда, где у нас было 3 воздушные петли и 1 петля по рисунку. Под арочку входим, вывязываем столбик с накидом и в 3-ю петлю подъема вывязываем столбик с накидом. 3-й ряд связан. У нас здесь получается в шахматном порядке. Вот такая вот красота. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Оставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А также подпишитесь на группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылочка находится под видео. А пока-пока!